Сахалинская областная дума согласовала решение регионального правительства о создании научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников. Учреждение назовут «Крылья Сахалина». Оно будет проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и строительные работы, в том числе техническое обследование зданий и сооружений. Данное оно будет заниматься производством дронов, которые в дальнейшем будут поставляться для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Сейчас у нас существует много организаторов, которые сейчас занимаются производством дронов. Мы их все объединяем в одно целое, и они будут единым фронтом выступать, производить эти дроны, отправить их на фронт. Данное поручение было дано регионами нашим верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и поэтому сегодня мы согласовали данное решение. Штат организации составит 25 человек. Учредителем станет Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области.